Каждый раз, когда доктор Хаус смотрел на свою палочку, он вспоминал тот злочастный рейс 725. Был пасмурный день. Еще молодой доктор Грегори Хаус сидел в самолете и даже не подозревал, что его рейс обречен на неприятности. Все началось с того, что самолетом управлял одержимый демоном Роман Пирс. Клоун. Не угадала. Супер, Альфа. Шоколадный. Сечешь, о чем я? Сядь, ты уже шоколадный. Никакого уважения к человеку. И вот когда самолет взлетел, один из пассажиров по имени Сэмюэль Винчестер стал изгонять демона из Романа Пирса. Тогда же в самолете началась сильная турбулентность, и на ногу доктору Хаусу случайно упала женщина с острым мечом. Это была Эовин из Рохана. Женщины нашей страны – истории воины. У кого нет меча, тот погибнет в бою. Я не боюсь ни боли, ни смерти. И все-таки, к счастью, самолет смог приземлиться. Но доктор Хаус получил травму и до сих пор жалеет, что купил билет на тот ужасный рейс. Земля в иллюминаторе видна.